поискать. Только один Ульф Кирстен по всем позициям этот тест сдал уверенно. 3-1. 3-1. Это еще один темнокожий игрок. Трезор Луалуа. Боже мой. Не надо нам показывать больше Кёрстера и Хальмунда. Я не представляю себе, что у них написано на лицах. Но посмотрите, как вот в этой ситуации защитник мог так сыграть. И центр обороны, конечно, Луа-Луа расстреливал, будучи абсолютно один. Никто ему не мешал.